Можно? Да, меня зовут Дмитрий, вообще я психолог. Вот, еще я преподаю любительский аккомпанемент песни на фортепианной гитаре. Ну, еще вот это я раскручиваю, еще работаю в ней воспитательной специальности. Вот, здесь очень интересно, мне понравилось, что в отличие от многих других компаний, типа Тиньши, что непринужденная обстановка, никто никого за уши не тянет. Я обманываю, что требуется, допустим, педагог-психолог, а потом приходишь, тебе говорят, купи и впаривай. Вот, в принципе, обстановка мне очень нравится. Продукт я сам потихоньку пью чай, потом будем пить кардиоцепс. В принципе, чай хороший, мне тоже очень нравится. То есть, в общем, в целом, не знаю, мне понравилось. Молодец.